Mm-hmm. Ладно, вам. Но сейчас в темноте, в машине, конечно, это не так видно. Infinito. А вот еще очень интересно, соседи молодцы. Посмотрите, как они сплотились. Но здесь как бы обычненько все. Но, посмотрите, что они сделали. Они разукрасили. Вот я сейчас пройду дальше. Вот домик тоже. Ну, тут так обычненько. Но все же люди стараются. Смотрите, звездочка. Еще одна звездочка. А вот здесь, видите, тоже звездочки. Люди стараются, молодцы. Мне нравится, как они не поленились, какие лестницы они нашли, чтобы вот сделать вот эти провода. Смотрите, один провод. Я даже не уверена, тут может даже что-то пишется. Один провод. Дальше второй провод. Тут они сделали вот это второй провод, видите? Второй провод идет сюда. Дальше. Вот этот синенький. А? Это третий провод. Это ж какая лестница должна была быть? Это, наверное, они приглашали специальную машину. Вот, посмотрите, как красиво. Как красиво. И вот четвертый провод. Ну, такое светленькое все, но все же. А вот они, смотрите, у кого-то растет ель. И как красиво украсили, да? Ну, это на самом деле здесь, знаете, какие цвета? Синие и фиолетовые, и желтые. А камера, конечно, но камера, вы же знаете, камера это... Нереальная жизнь. Это, конечно, очень красиво. Очень-очень. Великолепно. Так красиво переливаются эти цвета. Синие. А с этой стороны? Какая прелесть. Надеюсь, меня не отругают, что я снимаю частную собственность. Так. Какая-то машина выезжает. Смотрите. А? Чем не Дерибасовская, а? Супер! Чем не Дерибасовская? Боже, какая красота! Да, в реале это все гораздо больше, все гораздо красивее, все горит, сверкает, переливается. И причем переливается разными огоньками, не одним цветом. Но, к сожалению, камера этого не дает нам увидеть. Но, тем не менее, хоть так. Все-таки запечатлеть предновогоднее настроение. Молодцы англичане. Вот тоже они очень стараются. Красиво очень украшают. Но, конечно, вот эти провода – это нечто. Это нечто. Я даже сфотографирую. Ну что, теперь... А теперь... Вот здесь я знаю дом. А.
Так, а сейчас посмотрите тоже. И тоже. О, елочку украсили. Скромненько, мило, ну, приятно. Какая улица у них, а? Ну, Дерибасовская всех переплюнула, я смотрю. Просто. А посмотрите, вот. А? Тоже как они сделали очертания дома. Вот. А вот, боже, со всех сторон. Ой, вот эти люди, они всегда украшают тоже очень красиво. Очень красиво, конечно. А вот здесь, ой, здесь зеленые с красными, с желтыми. Ну почему же это не передается на камере? Ни на одной. Вот я смотрю блогеров тоже. Вот все выглядит точно так же. Посмотрите, как красиво. Как красиво. Посмотрите. Елочка там украшена, я вижу. Здесь дом. Видите, как украшен с елочкой. Красиво же. Ой, очень. Очень уютно. Очень красиво. Супер. Так, что у нас еще есть? У нас есть вечерняя Англия. О, вот еще окантовка. А посмотрите, вот здесь. Ой, как красиво. Посмотрите, как ярко огни горят у них. Ой, молодцы, постарались. И смотрите, забор украсили. Супер, супер. Ну просто молодцы. У кого-то, видите, в окнах видно. Кто-то делает, ой, как красиво, окантовку такую. Тоже красиво. Да, я не могу сказать, что это какой-то блеск, но это красиво. Люди создают праздничное настроение так как они могут. И даже снег. Даже снег, да. А ну-ка, а вот здесь. И здесь что-то. Да, ну так. Вот, смотрите. А ну-ка. Сейчас. Мы яркость сделаем. Здесь синие огоньки. А здесь, посмотрите. Просто как будто бы с открытки тоже. Какой-то новогодней открытки. Но в реале, во всяком случае, это выглядит так. Что-то люди не стараются, хотя уже они, ой, вот там вот горел. Посмотрите вот тут, вот посмотрите, ой, какая прелесть. Да, конечно, камера, это не реальность. Молодцы, посмотрите. Один, второй двор. О, как красиво. Смотрите. А вот это как плакучая ива. Это же надо. Вот так вот в такой холод выйти и наряжать вот это вот все. Но Дерибасовская, конечно, однозначно лучше всех. Здесь тоже люди постарались. Тоже разные огоньки. Вот здесь тоже. Ой, как ярко. Прямо аж свет такой яркий. Как дневной. Ну, не так дневной, конечно, но очень яркий свет.
Вот там, вот видите? Здесь уже я вижу очень много домов, которые уже постарались над тем, чтобы украсить. Смотрите, видите контур? О, цвета меняет. А ну-ка, что здесь? О, елочка, елочка, елочка горит. Супер! Посмотрите! Супер! Как красиво! Вот это да! Очень-очень! А вот эта малышка возле двери стоит. Тоже хороша. Там люди, ну, сделали внутри украшения, я так поняла. Не все заморачиваются, чтобы снаружи делать. Но, тем не менее. А вот еще, смотрите, тоже синие, желтые. Ой, ну прямо как замок. Теремок, правда? Инфинита, да. Инфинита, да. Инфинита. Инфинита. Смотрите, как... Ну, везде, в общем, всюду что-то горит. Всюду люди постарались, каждый по-своему. Вложили душу, скажем так, а это самое главное. И не важно, насколько. Но Дерибазовская меня, конечно, очень захватила. Очень. Ну что, с наступающим всех и всем, конечно, главное здоровье и мира на земле.